Привет, Егор. Ну, поделись впечатлениями от игры. Ну, игра была очень сложная. Еще во втором тайме получили красную карточку. Все устали, все старались. Всем спасибо. Может быть, кого-нибудь из команды бы выделил, например, вратаря? Потому что в концовке... Гар, наш вратарь, потащил бешеный штрафной удар. Да вообще, все лучшие. Как ты прокомментируешь удаление Марка? Ну, с судейством я не очень сейчас согласен, потому что на нем свалили. Ну, должны были, наоборот, ставить штрафной в их сторону, а нам дали красную карточку, потому что он, ну, взбесился. Ну все, поздравляю тебя с победой. Спасибо.